Меня зовут Соколенко Анастасия, и я родилась в 1993 году. На момент записи этой визитки мне 23 года. Я окончила Московский институт телевидения и радиовещания Останкино, мастерскую Веры Глаголевой и Олега Фомина в 2015 году. Я владею несколькими языками, в частности английский, румынский и украинский. Если нужно, могу говорить на французском, итальянском, испанском. С детства я профессиональная танцовщица, обладательница второго места на чемпионате Европы по танцам. Что касается кино, у меня есть несколько работ в короткой метре и также в полном. Например, последняя работа – это фильм Владимира Хотиненко «Мемориадом Парвуса», где я сыграла Жозефину, музу Наполеона. Также у меня имеются театральные работы. Это «Сонечка в диване» в антрепризном спектакле, это «Наташка» в «Любовь, книга золотая» и «Вера» в спектакле «Скамейка» в Театре Откровения. Спасибо, буду рада сотрудничеству.